Всех приветствую, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал RC Hobby Home! И сегодня мы наконец-то подводим итоги по грузовику Unimog, сделанному из Traxxas TRX4 Ford Bronco. Это дешевая модель, очень дешевая модель получилась. Сейчас все посчитаем, и вы в этом убедитесь. Что ж, я предлагаю достать мне калькулятор, вы все будете видеть вот здесь вот, и поехали считать. Почему так сходу, без рассказа, вот что, вот в прошлом видео, в принципе, все рассказывал. Ничего не изменилось, просто покрасилось все. Ну вот, деревяшечки красивые добавились. Давайте расскажу лучше, что менял и что мне обошлась эта тачка. Все, включаю калькулятор. Где ты? Вот ты, друг мой. Поехали. Я приобрел модель за 15 тысяч рублей. Traxxas TRX4 Ford Bronco. 15 тысяч рублей. Я приобрел кузов БУ Unimog под TRX4 Defender 324 база за 15 тысяч рублей. На AliExpress, сразу говорю, они дороже. Ни одного не нашел дешевле. Вот кто в прошлый раз писал, что да, там чуть ли не за 10 тысяч рублей, не нашел я таких. 17-24 видел. Поэтому 15 тысяч рублей. Мы все помним, что тачка была немножечко в таком состоянии. Нужен был ребилд, нужны были закупки деталей. Но первым делом, что я решил сделать, я решил продать все ненужное. И вот все ненужное... Колеса вы сейчас посмотрите, кстати, стоят не оригинальные, да, можно было оставить, у меня просто эти были. Поэтому считайте, что стоят колеса от Traxxas TRX4 Ford Bronco. Ну, их там черным цветом залили, тоже, кстати, неплохие колеса. Поэтому все продать мне удалось за 4000 рублей. Это кузов, пластики, бампера, еще чего-то. 4000 рублей вернулись мне в копилочку. Поэтому из общей суммы... Мы сейчас вычитаем 4000 рублей. Все помним, что необходим был ребилд тачки. Я потратил на ребилд, то есть подшипники мы поменяли, отремонтировал амортизаторы, какие-то тут... тяги, наконечник один поменял. В общей сложности весь ребилд тачки мне обошелся в 4800. Ну там, с копеечкой. Будем считать 4800. Плюс 4800. Но это не все. Если вы помните, здесь не хватало электроники. Мне пришлось купить две сервомашинки на разблок и на включение второй передачи. TR4 от PowerHD. Это 3000 рублей. Плюс 3000. Мне пришлось купить новый приемник за место сгоревшего в данной модели. Сгоревший был приемник, аппаратура была живая. Но в идеале, конечно, поменять аппаратуру, потому что хочется установить, например, лебедки и прочее, да, а управлять аппаратурой Traxxas TQI на лебедкой не очень комфортно. Поэтому пока мы считаем 1000 рублей на БУ приемник, он работает. На данной версии стоял мотор, я его не стал покупать новый, я его почистил. Проверил, он целиком нормальный, это Surpass Hobby, достаточно надежный, хороший коллекторный мотор, поэтому я его оставил, ничего не делал. Я купил только регулятор скорости, оригинальный от Traxxas, считаю, было неверным, лучше было потратить больше денег, купить все-таки проверенный Hobby Wing 1080, 2500 рублей мне обошелся регулятор скорости. Неправильно было бы не говорить о покраске, потому что все равно вам пришлось бы, даже если бы вы покупали на AliExpress кузов, шкурить, готовить, шпаклевать, красить. Так вот, три цвета, да, серебро, белый, черный, мне обошлись в общей сложности, давайте скажу все вместе, да, с наждачной бумагой, с скотч-брайтом, с шпаклевкой. Мне вся покраска вышла в 3700. Вот в общей сложности вся. Это три баллона краски, это наждачка одна, наждачка вторая, баллон грунтовки, шпаклевки банка. Мне пришлось все купить сюда, потому что у меня как раз все это кончилось. В
принципе, если б я захотел, я мог бы сделать здесь свет. Свет я делать пока не стал, потому что я считаю, что это не сильно важно. Без этого можно ездить. Но свет мне обошелся бы, я думаю, рублей там в 300. Поэтому, кто хочет, прибавьте, я эту сумму прибавлять не буду. Все, тачка готова. На этой тачке можно ездить. Сейчас она, видите, у меня нет фонариков, вот здесь всяких поворотничков, они все у меня покрашены, сохнут. Но это вот все вошло бы туда. Да, там бы была бы краска Томея, прозрачная, желтая, прозрачная, красная. Да, потому что нам нужно бы делать задние габариты, поворотники, вот это вот все. Все было бы там. Итого мы получили сумму на данный момент 41 100 рублей. Но, если это наша первая тачка, ну что, немножко, конечно, было бы глупо и тяжело, да, первой тачкой собирать такую модель. Но хорошо, считаем, что это первая тачка. У нас не было бы зарядного устройства и аккумулятора. Комплект зарядного устройства с аккумулятором, ну, не самые поганые, нам обошлись бы в 5000 рублей. Поэтому ко всей к этой сумме мы прибавляем 5000 рублей. Итого мы получаем 46 100. А теперь, внимание, вопрос. Даже меньше 50. То есть у нас есть вилка еще в 3900. То есть мы еще на эту тачку можем потратить денег. Например, мы могли бы приобрести вместо приемника хорошую аппаратуру шестиканальную. Получилось бы, сейчас скажу, 3900, 4900. В принципе, можно было бы приобрести, поискать на Али подешевле. Тот же FlySky шикарно обошелся бы, где-то как раз в 5000 рублей можно было бы приобрести. Мне кажется, это очень хорошая идея для грузовика. Самое главное, она достаточно выполнима. В среднем модели сейчас стоят как раз таких денег. И копейные, и, по-моему, тырыксы новые сейчас столько стоят. Ну, то есть, такие суммы не самые адекватные. Хотя скоро выйдет ролик про достаточно за адекватные деньги интересную модель. Хоть Алексана, но модель интересная. Кто в курсе, тот уже знает, какая это модель. Не буду дальше нагнетать. Поэтому вот так вот, дорогие друзья. Дальше я предлагаю вам посмотреть, как данный унимог ездит, передвигается и, по-моему, очень достойно. Из моих нововведений, которые я вам не озвучиваю, которые я не считаю, да, финансовыми затратами, потому что это чисто были мои идеи, это вот сделать такие деревянные борта, они пластиковые, идут в комплекте, можно было оставить пластик и ничего с этим не делать. Также я сделал сюда, уложил дерево на пол, мне больше так понравилось. Я его ничем сейчас не покрывал. Я, наоборот, хочу, чтобы оно немножко состарилось от времени, да, чуть-чуть посерело. И оставить, скорее всего, вот такое чуть-чуть сероватое, возможно, дерево. Если нет, я его покрашу во что-нибудь. Также я сделал вот такой вот бокс под аккумуляторную батарею вот сюда. Да, опять же, это решение не сильно правильное, потому что мы все-таки накосячили с центром тяжести. Он здесь и так достаточно высокий, но, опять же, проходимость данной модели очень неплохая. Ну и я сделал какой-никакой салон, то есть я сделал полы, в штате у этого кузова пола нету. То есть вот такой нюанс, да, то есть у вас кабина, она пустая туда. Зачем это сделано? Потому что там находится электроника, провода, еще что-то. Видимо, китайцы решили не заморачиваться.
Я абсолютно легко из ПВХ сделал туда полы, не сильно напрягаясь. Можно даже было красивее сделать, но я максимально постарался обойти все вот такие тонкие моменты там, чтобы нигде ничего не мешало. И приобрел на Алиэкспрессе два сиденья. Не буду врать, там, по-моему, по 300 или 400 рублей эти сиденья стоят. Можно вообще было из ПВХ их также самому сделать, и было бы, в принципе, неплохо. Поэтому это я затраты не считаю, это желание и возможности каждого. Так же, как и брызговики, там цена вопроса копеечная. Вот, кстати, сиденье, вам хорошо видно. Салон просто никакой. Я ничего там не делал, я оставил ту же торпеду, которая была, я ее вклеил, и просто появился пол. Без педалей, без переключений передач, то есть я ничего здесь такого не делал. Да, мы можем тогда кого-то посадить, и он будет ездить, но... Это уже, опять же, желание и возможности каждого. Спасибо вам, дорогие друзья, за просмотр. Я считаю, что такая тачка – это максимально правильная трата денег и максимально интересное преображение Traxxas TRX4. Да, из обычной лексановой модели, как сейчас не модно, мы превратились в полноценное хардбоди, что сейчас очень-очень модно. Вот так вот. Пока! Вы не нервничаете больше, чем я. Я не задерживаюсь. Ты-то. Нет, ты так сюда? Да, вот мы идем.